Я вышел сюда, потому что я посмотрел среднюю продолжительность жизни россиян, и у нас только в 30 регионах из 83 мужчины в среднем доживают до 65. Значит, мы получаем 53 региона России, где мужчины теперь в среднем не будут получать пенсии вообще. Мы вышли против проблем, которые сейчас происходят, несправедливостью, которая есть. Мои родители, мои друзья заплатили большие суммы в пенсионный фонд с условием того, что они выйдут на пенсию в 55-60 лет. Сейчас правительство нарушает это условие. У меня двое детей, например. Я не вижу перспектив, вот если у нас эта власть останется. Ну, то есть коррупция меня беспокоит больше всего. Да. Огромное количество проблем в России. Медицина, там, образование. Как бы эта система все создает, и то, как она это делает, это плохо, отвратительно и безобразно. Ну, давно все решили без вас и без всех. Ну что ж, я могу вам сказать только одно, что заканчиваются такие вещи должны реальными действиями. Плачу налоги исправно и плачу неслабые налоги за всех своих сотрудников. И вот так вот поступить, ну, я считаю, это грабеж с большой дороги. Ребята просто заелись и немножко не в себе. Улетели в космос, я бы даже сказал. Грабеж – это несправедливо. Ну, я призываю всех выходить на улицы, всех протестовать. И никакие их идиотские доводы абсолютно не оправдывают. Повторяю. Это ограбление, удушение народа. И все. Все действия, которые проводят властные структуры, ухудшают жизнь народа. Вот, отнимать последнее – это преступление. В такой богатой стране, как у нас, с таким небольшим населением отнимать последнее – это преступление. Я не голосовала, я объявила бойкот. Я не устраиваюсь, что Путин незаконно занимает свой президентский пост. Он сдержался, 18 лет – это дофига. Путин вообще никто на самом деле, потому что он уже нарушил Конституцию неоднократно. Мне 53. Это мне как раз по полной программе влетело, да. Ну, это, в принципе, важно, мне кажется, для каждого человека, нормального, здравомыслящего. Уважаемая, она касается всех, все происходящее касается всех живущих. Причем каждый гражданин может это сделать, независимо от того, каждый гражданин России, но больше никто. Простые работяги будут страдать, и я вышел за них. Люди, да, проснутся, но если не мы, то кто? А кто, если не я?